Assalamu alaikum. Сегодня наши боевые товарищи принимают активное участие в операции, проводимой на Украине. Нам непривычно и трудно находиться в резерве, пока наши боевые товарищи каждый день рискуют своими жизнями на передовой. Мы, как истинные патриоты своего народа, считаем, что именно мы должны находиться на передовой и защищать нашу честь, религию, народ и страну. Поэтому от лица сотрудников отдела МВД России по Нажитовскому району Чеченской Республики обращаюсь к дорогому старшему брату, герою России, главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. У нас достаточно сильных средств и самый важный боевой дух, чтобы выполнить любой приказ, любой сложности. Для нас большая честь и гордость, что мы являемся частью боевой пехоты «Икра». Ждем вашего приказа, дорогой старший брат. Ахмат! Ира!